Привет, зритель. Вот в таком ракурсе, потому что там шумно, и с микрофоном на себя надеюсь, что все-таки задний фон не будет слышно, ну и пока не сильно слышно. Я сейчас запишу тебе обзор покупочек по просьбе Катечки. Я не планировала столько закупать, но что хочу сказать, вот чисто разница. Вот этот вот перекись водорода 12 рублей штучка. 72 рубля 6 штук. В аптеке на Луначарского. У нас в аптеке, я последний раз покупала, точно такую же перекись, 27 рублей. В чем прикол, я не знаю. Я ехала забирать кое-что для кое-кого, не покажу что, пусть будет тайной, на Вайберис. И мне попутно надо было перекись в аптеке, еще там кое-что в деревню, и как-то так вот получилось. Катя написала, что ждем обзор покупок, я говорю, окей, запишу. И я как-то это, я закупилась. Так. Сейчас я достану чек. Что хочу сказать, я дико подсела на Дэдгейс. Я, конечно, не все песни в телефоне этих, но... А, тут чек у меня в другом месте. Пакете, это что у меня за чек? А, это тот чек, который сегодняшний, а это... Это, видимо, вчерашний. Или фитнес какой. Так, у меня тут велосумка. Я сейчас ее попробую показать. Ой, блин, тяжеленная. Я не планировала ничего столько покупать, но я еще увидела в магните туалетную бумагу. У меня как раз ее надо. Я поняла, что надо было ехать рюкзаком. Ну, мне надо будет. Потом я, конечно, как бы говорила, что собиралась больше ничего не покупать на Вайберис, но так получилось. Что получилось? Там кое-что в подарок, кое-что себе случайное. Ну и, в общем, это я поеду потом опять забирать на Вайтберрис и заеду уже за этой бумажкой туалетной. А может, в нашем магазине куплю. Так, сейчас будет, наверное, то, что сверху, это обзор покупочек из Магнита. А дальше уже обзор покупочек из Ермолина. Если вы раненый на голову мужчина или женщина, закройте ваши глазики. Потому что тогда Лафреш. Две капельки. Ну, мне надо какие-то такие слабенькие проклы на последние дни бытия. Так, сейчас я найду. Они что-то даже как-то дешевле, чем обычно были. Чем я последний раз покупала. Короче, 56 рублей без копейки. Кошка тут ко мне приконнектила. Я купила бананов. Бананы порвали пакетик. Тут 4 банана. Там один банан так на меня смотрел, говорил, купи меня, смотри, какой я аппетитный. Полезный, все в таком духе. Я что-то давно не покупала бананы, может, недели, может, полторы, не знаю. Ну, короче, как-то вот. Бананы килограмм 130 рублей без копейки вышли на 660 грамм. Так, 85 рублей 79 копеек. Да, вот это все у меня вышло на 950 рублей 49 копеек. Так, я тут что-то внезапно захотела сырок. И что я так увидела, когда их? У них, во-первых, хороший состав, во-вторых, где он там, третий-то сырок? Увидела их, я думала, они рублей по 100 стоят, а они по 80. Кошка, да, там есть что-то такое, что тебе тоже потом достанется. У меня вообще в холодильнике размораживается... говядина, ту, которую, вторая часть той, которую я уже запекала и хавала с вами на камеру. Я не уверена, что она сегодня уже вот разморозится, потому что днем я ее проверяла, она еще чувствовала, что там как-то дубовая. И поэтому, кошка, мы, возможно, с тобой курицу запечем, а может, пельменьки сварим, не знаю. Короче, сырок А. Я так поняла, что это какие-то сырки Александров, но они вот называются Рос-та... Где оно тут вообще? Рост-агрокомплекс. И тут нормальный люди состав, вообще обалденный. Я вообще сырки 100 лет не покупала, я к ним как-то ровно дышу. У меня всегда был плюс-минус более-менее творог. Козий, у меня творог козий около килограмма лежит в этом морозилке. Я его, наверное, планирую в деревню с собой взять. Творог, шоколад молочный, сахар, масло сливочное. Ну, вот молочный шоколад в составе его сахар, масло какао, сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор натуральный ваниль, сахар, сливочное масло, молоко сгущенное с сахаром, вареное молоко нормализованное, сахар, сахароза. Все. 50 грамм.
Это сырок у нас творожный глазированный с молоком сгущенной. Ну, короче, сырок с молочным шоколаде с вареной сгущенкой. Вот этот сырок в бельгийском молочном шоколаде. Они оба в бельгийском. В общем, в молочном шоколаде просто с ванилью. А это в темном шоколаде тоже с ванилью. Ну, я что-то так взяла и купила их. Сейчас скажу, где они тут. В общем, они все по 80 рублей без копейки. 79,99. Что-то вот мне так захотелось сырка. Иногда же можно себе позволить. Две груши я купила. По-моему, это мои любимые груши. Сейчас я их найду. Груши вы где? Груша Уильямс. Пакхамс. Не знаю, почему она через дробь называется. Она стоит 190 рублей без копейки. Мне она вышла на 274 грамма. И 52 рубля 0,6 копеек. Я купила огурец. Это самый был адекватный огурец из всех, что там были. И он был последний. А у меня есть еще немножко зеленушки. Я, может, не сегодня, а завтра сделаю салатик. Если поеду завтра в сад, может быть, там в тепличке еще есть немножко зеленушки. Так, огурец где? Огурец среднеплотный, пупырчатый. 140 рублей без копейки, 320 грамм. Вышел он на 44 рубля 80 копеек. Так, я его нормально показала, а то что-то тут как-то... Я купила себе кукурузы. Ну, мало ли захочется салат, мало ли ко мне припрется моя подружка. Подружка, короче говоря, на пианино играть. Кукуруза в зернах, вода питьевая, сахар, соль, без ГМО. Марки Магнит. 74 с копейками, по-моему, она стоит стабильно. Сейчас найду ее. Да, ну, в общем, 75 рублей без копейки кукуруза это стоит. Может, в деревню возьму, может, тут оставлю. Я хотела купить свои любимые магнитовские маслинки, но их не было вообще. Ни тех, ни других. Поэтому я вдруг внезапно увидела. Можно было по скидке взять бендюэль или еще что-то. Эти подороже были, но что-то я их увидела. Мне так они... Они на меня смотрели, я на них. Они мне говорили, мы же напоминаем тебе темное пиво. Возьми нас. Ну, в смысле, купи. Ну, по дизайну. У меня вообще ассоциации странные, да. Я знаю это. Федеричи. 1888 года фирма, видимо, основана. Черные оливки. Состав классический, так же, как вот на моей цене. Вода питьевая, маслины, соль, фиксатор окраски, глюконат, железо. Так, 155 рублей без копейки. Ну да, 154 рубля 99 копеек. Может, я их схомячу, пока я тут. Так. Это я в деревню возьму, только потом переложу, не в этой штуке повезу, может, в пакетике поудобнее, потому что в пакетике оно меньше места занимает, чем вот в такой подложке. Оно 25 мая создано, сегодня у нас 27, по-моему. Да, 27. Курянов набор суповой охлажденный в подложке, 728 грамм. Пояснично-крестовая, а потом спинно-лопаточная часть цыпленка-бройлера. Я помню, у нас когда-то были... Ну, в общем, бабушка помимо обычных куриц держали еще и бройлеров. Так, где он тут, Курянов? Оно вообще, я не знаю, по скидке шло или такая цена просто. Я как-то на часть того, что купила, вообще не смотрела на цену. Почем оно? Как-то вот у меня так случилось. 90 рублей без копейки оно, если за килограмм. А вот мои 728 грамм вышли на 65 рублей 51 копейка. Так, дальше. Вот это, может, я сегодня запеку, а может, завтра уже. Может, сегодня пельмешками отделаюсь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут шесть этих голеней. 840 грамм, 23 мая они созданы, до 1.06 живут. Ясные зори. Вот почем эти ясные зори, я узнала уже потом в чеке, ну, когда, короче, это... пробилось все. В общем, они по 210 рублей за килограмм. Вот эти 840 грамм вышли на 176 рублей 39 копеек.
Так. А дальше. Что-то мне казалось, я больше фруктов-то купила. Так, маслины, огурцы, бананы, груши, голень, курянов, магнит. Может, я подумала только еще про эти груши, но не купила. Ну, короче, что в чеке есть, то оно у меня тут и есть. Видимо, я только подумала еще про другие груши, но так их это и не осилила. А дальше у нас... Я вообще туда ехала за пельмешками с кроличком, маленькие. В прошлом году я их в деревне покупала пару раз, и они мне очень такие, ну, вполне себе съедобные, мне понравились. Я пришла, значит, в это Ермолино, говорю, здравствуйте, говорю, год назад у вас были пельмешки с кроликом маленькие. Мне говорят, тут. Говорят, все, говорит, раскупили, теперь без людей как-то. Ну, за год-то много чего может случиться. Тут, короче, 4 вида. Из них, по-моему, вареники. Может, я... А, нет, если я смотрю вареники, они сладенькие, кошка-то, ей же тоже надо что-то такое. Так, короче, что у меня тут? Ну, у меня вышло на 590, я думала 550. Ну, да. Огляделась я. Короче, 590 рублей 25 копеек. Так, пельмени добрые, 229 рублей за килограмм. У меня оно вышло на, в общем, 552 грамма, 126 рублей 41 копейка. Пельмени меня, сейчас просто засчитаю, что тут, а уже потом покажу из пакета. Потому что я как бы не помню, что есть кто. Ну, вареники-то я, наверное, отличу от пельменей, а остальное нет. Пельмени мини 399 рублей за килограмм. У меня вышло на 522 грамма, но я просила где-то по 500 грамм всех, и вот вареников чуть поменьше, но вышло чуть побольше, но не суть. В общем, 522 грамма, эти пельмени мини, 208 рублей 28 копеек. Пельмени по-домашнему, 269 рублей за килограмм, 554 грамма, 149 рублей 0,3 копейки. И вареники летние с вишней, 259 рублей за килограмм. Вышли на 392 грамма, 101 рубль 53 копейки. И еще пакет Ермолинский 5 рублей. Вот. Девочка, наверное, как воду глядела, знала, что мою зеленую сумочку от подписчицы Наташи это все не влезет. Ой. И вообще я ведь шла только за одними пельменями. В общем, мини. Не знаю, кто это. Там просто некоторые были такие небольшие, они все, по-моему, были небольшие. Вот такие пельмени. Так. Вот эти, мне кажется, поменьше, чем вот эти. Наверное, вот это мини, а вот это другие. Это вареники. Но я их, может, тут слопаю. А пельмени все в деревню возьму. Я хотела пораньше уехать, но у меня так получается, что не получается. Так вот смотришь, они, блин, все практически одинаковые. Так, сейчас я по весу примерно определю. Так, 52, хотя хрен знает. В общем, кто-то из них добрые, а кто-то по-домашнему. Вот это вот эти мини за почти 400 рублей за килограмм. Что-то у меня там будет. Ну и что, вот это, усё, весь мой обзор, что я закупилась, на поесть в город и в деревню взять. Я, правда, не уверена, что у меня получится. Ну, в этот уезд мясо взять с собой, может, получится уже в следующий. Как бы, или мне кто-нибудь его там привезет, не знаю, как вообще получится. Потому что человек, близкий родственник, поедет отдыхать в одно место, а я поеду в этот же день в деревню. Ну и этот ролик вы не сегодня увидите в день съемки. Это не потому, что как у меня обычно копится, а потом через год у меня, кстати, где-то есть обзор из Ашана, который случайно потерялся на флешке. И ему уже, по-моему, года два. Кошка, не надо это жрать. Я тебе сейчас что-нибудь дам. Может, он... велосипедную сумочку залезьте. Покажу вам кошку, а то будете считать, что это кошка на словах, как до меня тут докопалась ВКонтактике одна очень одаренная женщина. Знаете, из тех, сейчас просто скажу немножко, о наболевшем. Ну, есть же те, которые нравятся, когда я бугурлю. Вот специально для вас, тем, кто кому нравится, когда я бугурлю. По-моему, Аня нравится, когда я бугурлю. Короче говоря, ну,
Я понимаю, что не всем везет с родителями, и не всех родителей за 3 года до школы готовят к школе. Вот мне повезло, а этой мадам нет, и вот надо меня докопалась. А вот не верю говорить в такое, не верю. Ну, что поделать. Ладно, короче, это, ну, как бы выйдет не сегодня, выйдет чуть попозже. Просто я не знаю, как у меня интернет будет в деревне, и как он будет в Прилуках, и как там мой велик. И, короче говоря, это... Просто, чтобы оно выходило, оставлю это, ну, в очередь публикации где-то 1-2-3 дня, чтобы выходило на канал, чтобы канал более-менее живой был. Как-то так. Так что, вот такие дела. Если хотите поддержать канал, где-то будет облако, слева-справа, вам скажу спасибо. Если что-то еще хотите, а я давно не записывала, или просто идею подкинуть, можете поделиться в комментах. Я вам поставлю сердечко, постараюсь, по крайней мере. Ну и всем пока!